Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Spaghetti. Данная стратегия изначально была создана для торговли на рынке Forex, но ее без труда получилось приспособить и для бинарных опционов. Так как она содержит трендовые гистограммные индикаторы, а также целых три шаблона для разных торговых подходов. Как уже говорилось ранее, стратегия имеет три шаблона, каждый из которых при желании можно использовать в торговле. Но самым лучшим и эффективным считается универсальный шаблон, который включает в себя все индикаторы, что позволяет получать все виды сигналов на одном графике. Прежде чем перейти к универсальному шаблону, стоит рассмотреть каждый индикатор по отдельности. И в первом окне расположен трендовый шаблон, включающий в себя трендовый индикатор. Определять тренд при помощи данного индикатора можно по толщине столбиков и по их цвету. Если наблюдаются толстые зеленые столбики, то можно говорить о том, что на рынке сейчас преобладает восходящий тренд. А красные толстые столбики говорят соответственно о том, что наблюдается нисходящий тренд. Тонкие столбики обоих цветов могут говорить о том, что тренд заканчивается или что наблюдается коррекция. Но если цвет меняется даже с тонкими столбиками, то можно говорить о том, что и тренд собирается развернуться. Следующий шаблон является сигнальным и включает в себя точно такой же индикатор, но в данном случае показывает не тренд, а уже сигналы для совершения сделок. В данном случае брать во внимание стоит только толстые столбики. И синий цвет говорит о покупках опционов call, а красный цвет о покупках опционов put. Также стоит разобрать и показания второго подвального индикатора. И обращать внимание стоит на толстые серые столбики гистограммы, которые показывают расстояние между скользящими средними на графике. Использовать данную информацию можно для определения силы направления цены. И чем больше расстояние, тем сильнее тренд. Второй важный показатель – это более тонкие столбики гистограммы, которые показывают амплитуду. Амплитуда по своим свойствам похожа на расстояние между скользящими средними, но является более чувствительным параметром. И поэтому кроме силы движения показывает коррекции и откаты. Теперь, после понимания работы всех индикаторов, можно перейти на основной универсальный шаблон, который включает в себя все перечисленные индикаторы, а также еще один сигнальный индикатор, изображенный в виде пунктирных красных и синих линий. Говоря о правилах торговли по данной стратегии, первое, на что стоит обращать внимание, это на сигналы. И для покупки опциона call это синие пунктирные линии, а для покупки опционов put красные. Также для опционов call необходимо, чтобы синяя скользящая средняя была над красной, а для опционов put под красной. И также стоит обращать внимание на тренд, и подсказать его может как индикатор, так и амплитуда или расстояние между скользящими средними. Экспирация при совершении сделок по данной стратегии всегда равняется 1 часу. Для большего понимания давайте рассмотрим несколько сделок для каждого вида опциона. И отличным примером для покупки опциона call будет данный участок. В данном случае можно видеть два сигнала от индикаторов, также можно видеть начало нового тренда, о чем говорят зеленые столбики гистограммы, высокая амплитуда, а также расширение между скользящими средними на графике. И также можно видеть, что синяя скользящая средняя находится над красной. И по итогу можно покупать опцион call с экспирацией в 1 час. В данном случае можно видеть сигнал для опциона put, где выполняются все условия. Тут и сигнал, и направление тренда, и расширяющаяся амплитуда, плюс расстояние между скользящими средними. Также синяя скользящая средняя ниже красной, и поэтому можно открывать сделку с экспирацией также в 1 час. И в заключении хочется сказать, что несмотря на то, что данная стратегия может приносить прибыль, ее обязательно стоит протестировать на демо-счету. А использовать сигналы, которые генерирует данная стратегия, стоит только по тренду, так как тогда будет максимальная вероятность получения прибыли. И, конечно же, не стоит забывать про правила money management и risk management, которые не только помогут заработать прибыль, а и уберегут депозит в случае долгой серии убыточных сделок. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!